Уважаемые судьи, меня зовут Витюк Леонид. Я являюсь свободным пармастером, работаю по приглашению разных банных комплексов и пармастеров. Стаж работы в бане у меня 4 года. Вот, обучение проходило у Владиса Якубаускаса, Дмитрия Добровольского, Ивана Ивакина. Вот, цель посещения чемпионата, почему я сюда пришел, для повышения профессионального своего уровня. Моя модель Королева Ирина Юрьевна работает в банном комплексе Петергоф Пар. Ирина занимает у нас ответственную административную должность. Вот, по долгу службы приходится Ирине решать большое количество разных вопросов и общаться с большим количеством людей. Вот, запрос моей гости отдохнуть и телесно, и морально расслабиться. Состояние здоровья у моей гости хорошее. Аллергии и противопоказаний к термонагрузкам, как у нее, у меня нет. Вот. При парении у нас будет пар средний, выше среднего и высокий. Парение мы начнем с положения на животе. Сперва я прогрею стопы и постепенно будем подниматься вверх до ШВЗ. Далее будет небольшой контраст, легкий. Дождевание пихтовыми веничками, прохладной водичкой и воздушный контраст. После чего мы перевернемся и снова я Ирину начну греть снизу вверх. Завершу программу контрастом проливания прохладной водой. Во время парения моя гостья будет лежать на сеном матрасе. Под ноги мы будем использовать валик. В программе я буду использовать припарки, протирки, ударные и массажные техники. Вот. При парении моя гостья ноги, руки поднимать не будет. Вот. В программе я буду использовать полотенечко, пихтовые венички для укрытия головы, липовый веничек как подкладку под голову, а бахальные венички будут канада и рабочие будут кавказский дуб. Вот. Программа моя называется «Вылет валькирии». Во время программы будут звучать скандинавско-кельтские мелодии. Вот. Итак, представим, что я кузнец Одина, который забирает свою раскаленную кузню, эмоционально возбужденную, напряженную валькирию, и с помощью своих молотов, веников и небольших секретов кузнеца выбиваем эту валькирию с Ирины и возвращаем наши гости спокойствие через грев и заботу. Хорошо.
Thank you.
осталось 5 минут. Кузнец, Витюк выступление закончил. Молодец. Еще раз повторюсь, меня зовут Витюк Леонид. Вот, Ваньке 4 года. Понравилось все, это первый мой чемпионат, до этого как-то стеснялся, хочу сказать всем, не бойтесь, не стесняйтесь, идите, это круто. Это совсем другой уровень, то, что ты работаешь где-то в бане, там на подходе, ты там лучший пармастер своей парадной, все это ерунда. Идите на чемпионат, это реально круто. Добавить? Да нечего добавить. Учитесь, готовьтесь, приходите. Вот мой совет. Молодец. А так...